А вот до фонда капремонта губернатор не дозвонился и раскритиковал за это министра. Виктор Назаров рассказал, что в правительство жалуются омичи, у которых сначала возникли вопросы к фонду капремонта по квитанциям, а потом и в связи с коммуникациями. Номер 900-300 перегружен, в чем губернатор убедился лично, а затем попросил и профильного министра проверить это. Громкую связь включите. Перезвоните позднее. Дозвонились? Занято. Занято. Вот весь день занято. Вот до обеда дозваниваюсь, сам не могу. Значит, примите срочно меры, значит, люди жалуются, что дозвониться просто невозможно. Губернатор попросил увеличить штат сотрудников фонда, либо увеличить количество выделенных телефонных линий.